Послание Отца Абсолюта 12 июля 2024 года. Подсознательный индивидуализм. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня я хочу начать новую тему, которая непосредственно связана с темой создания коммун. Но теперь мы поговорим о том, какие этапы вам предстоит пройти, прежде чем новый образ существования прочно войдет в вашу жизнь. Я вижу, что многие из вас пока не готовы к тому, чтобы жить общинами или коммунами. Почему это вызывает у вас отторжение? Наверное, у каждого из вас найдутся на это свои причины, но все же главное состоит в том, что вы слишком долго, на протяжении многих своих воплощений, жили в дуальном мире, и в вас прочно поселился индивидуализм. По большому счету, в этом нет ничего плохого, поскольку каждый человек уникален и неповторим, о чем мы уже много раз говорили. Но это качество имеет и обратную сторону. Суть индивидуализма заключается в отделении себя от остальных или даже в противопоставлении себя окружающим людям. Это происходит у вас непроизвольно, в силу дуальности вашего мышления, уже прочно закрепившегося не только в вашем сознании, но и подсознании. Именно подсознание является для многих из вас камнем преткновения, той непреодолимой преградой, которая не позволяет вам избавиться от своих спонтанных, непроизвольных реакций. Если раньше, на заре существования человечества, когда оно еще пребывало в мире высоких вибраций, люди жили общинами, самой естественной реакцией любого человека была мысль о том, что он является неотъемлемой частью своей общины и в первую очередь живет ее интересами и потребностями, а потом уже своими, то сейчас все кардинально изменилось. Человек прежде всего думает о себе и о том, как ему выжить в мире, который во многом ему враждебен. Его нельзя за это винить. Слишком суровы условия его существования в трехмерном мире, в котором каждый пытается отвоевать себе место под солнцем. Именно с появлением дуальности, которая проявлялась все больше по мере того, как понижались вибрации Земли и человечества в целом, сознание людей трансформировалось таким образом, что на первый план стали выходить их личные потребности, а не общность интересов, как это было раньше. И теперь вам предстоит возвращение к истокам, или другими словами, обратный процесс трансформации вашего сознания по мере повышения вибраций Земли, избавления от самости и погружения в общинность, что, конечно, требует времени и усилий с вашей стороны. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение.